Всем понятно, на ком сосредоточено сегодня наше внимание. Уйдет он из футбола в конце сезона, тем не менее сегодня он в старте. Вы смотрите прямую трансляцию на футбольном канале EA Sports. Оставайтесь с нами. Всем привет, мы начинаем прямую трансляцию с Groupama Stadium. Меня зовут Георгий Черданцев, со мной, как и всегда, мой коллега Константин Генич. Всем привет. Франция говорит и показывает, мы в прямой трансляции матча Лиги 1 Uber Eats. Отличный футбол ждет нас сегодня. Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол, потому что нападение у тех и у других очень неплохое. Ну и забегать вперед, разумеется, не будем. Просто давай будем в ожидании хорошего, классного матча с забитым мячами. Очень, ну очень много различных разговоров и суждений было перед этой игрой, и почти все они связаны с одним игроком. И связано это с тем, что он все-таки решил завершить футбольную карьеру, окончательно стало известно, что этот сезон для него последний. Да уж, решение, конечно, шокировало болельщиков. Один из символов клуба, один из лучших игроков и, безусловный лидер прощается с большим футболом. Это состав Лиона. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. На экране стартовый состав гостей. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Леон начинает первый тайм. На другой фланг мяч переводит. Эрнандес. Заньоло. Штрафную подача. Очень вовремя защитник играет на вынос. Очень уверенно защита останавливает эту атаку. Леон на половине соперника. Теперь в атаке уже соперник будет. Наш корреспондент на Оранж Велодром готов выйти в эфир. Похоже, там что-то интересное произошло. Да, еще один гол у нас случился. Забил игрок Бреста. Счет теперь 1-1. 6 минут сыграно. Спасибо за полезную информацию. Мы же возвращаемся к нашему матчу. Он подает в центр штрафной. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Отдает он передачу. Мяч на дальнюю идет. И чуть-чуть мимо. Опасно могло быть. Играет он на партнера. Разрядил он обстановку сейчас. И удар. Отлично, игрок заблокировал этот удар. Неплохой пас. Из-за боковой игрок Леону ведет мяч в игру. Заньоло. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точно. Какой момент! Есть первый гол в игре. Счет открыт. Заслуженный гол. Команда доминировала, так что этот гол был просто вопросом времени. И, наконец, он состоялся. Ну, вот так он почти в одиночку разобрался с обороной соперника. Индивидуальное мастерство, помноженное на техническое исполнение. Браво! А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Команда повела в счете. Тренер буквально расцвел на глазах.
Итак, мяч в центре поля. Леон впереди. И будет аут. Заньоло. Эрнандес увидел открывание впереди, делает передачу. Забирает мяч Конки. Рикошет и будет аут. Отличная игра в отборе. Будет вбрасывание. Хорошо, он вперед идет. Навес в центр штрафной. Выбит мяч из штрафной. И буквально подарил мяч сопернику. Пас тут получше отдать стоило. Все в рамках правил, можно играть. Здорово он партнера увидел. И что дальше тут будет? Слишком сильный навес получился, будет аут. Угловой они будут подавать, и если все разыграть грамотно, можно сейчас еще забить. Центр штрафной, пошла подача. Очень непросто было атакующему игроку сейчас. Защита классно сыграла в этом моменте. И благодаря прессингу мяч мимо ворот пошел. Но, тем не менее, ударом эту атаку они смогли завершить. Пусть и не совсем опасным, но хоть какое-то логическое завершение мы увидели. Потери и мяч у соперников. Есть игрок впереди. Пройдет передача. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Еще раз голевую атаку давайте посмотрим. Много передач было. Устроили они такую тики-таку сопернику. Ну, безусловно, этот игрок обладает высочайшим техническим мастерством, чтобы создавать и реализовывать такие моменты. Да, и совершенно непонятно, как защитники так легко дали себя пройти. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Хорошо, он партнера увидел. Вынос. Мяч не задержался в штрафном. Теряют они мяч. И показывает арбитр игрокам Леона. Играйте! Хороший пас получился. Без мяча они остаются. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Заньоло. Отличный пас прошел. Пас в разрез очень точно. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. И это, между прочим, третий гол. Он оформляет хет-трик. Повтор гола на ваших экранах. Это его третий мяч сегодня. Удивительный матч он проводит. Интересно, хватит ли силы на еще один гол. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры.
Доволен тренер. Команда ведет с хорошим запасом. «3-0» так было в первом тайме в знаменитом стамбульском финале в 2005 году. Вспомнит ли об этом проигрывающая команда? Вторая половина матча началась. Хороший пас, что дальше? Раньше времени он ускорился и оказался в офсайде. Без мяча играть теперь. Давайте передадим слово нашему корреспонденту. Похоже на Оранж Велодром. Что-то интересное произошло. А у нас тем временем еще один гол был забит. Забил игрок Бреста. Счет теперь 2-1. 47 минут сыграно. Спасибо за полезную информацию. Мы же возвращаемся к нашему матчу. Защитник перехватывает этот навес. Хороший по задумке пас. Какое спасение, а? Очень здорово играет голкипер. Просто невероятная реакция. В центр штрафной подан мяч с углового. Очень вовремя защитник играет на вынос. Отличный отбор, но кому достанется мяч? А вот недавно слухи появились, что руководство Монако готово выделить серьезные деньги на покупку игрока. Знаешь, пока подробностей никаких нет, так что загадывать рано. Но вот когда они появятся, будет очень интересно. И скоро на поле появится новый игрок, замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Катают они мяч. Мяч в центр штрафной летит. Ну вот чуть-чуть поточнее бы сыграли, и по-другому могла эта атака закончиться. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит, можно продолжать игру. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Так здорово он мяч отдал. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. В центр штрафной подача. Будет угловой. Готов свежий игрок войти у нас в игру. Он подает в центр штрафной. Мяч лицевой, будет удар от ворот. Нужно отметить этого игрока, он отлично сегодня выступает. Да, он сегодня очень здорово выглядит, активен в атаке. И вот нам показывают график с его ударами. Здесь наглядно видно, как он сегодня здорово поработал. И пробил! Браво, вратарь! Спасает он свою команду. Очень уверенно и красиво он справляется с этим мячом. Мяч летит в центр штрафной. Отлично сыграно, очень вовремя защитник мяч вынес. Он сегодня на поле выложился по полной, очень хорошо играл и теперь отправляется на замену.
Навешивает в штрафную. Выбивает он мяч, будет угловой. Потрясающая поддержка трибун. Молодцы болельщики. Так и надо болеть за свою команду. Время на исходе. Игроки выложились на поле и сделали результат. Болельщики, конечно же, в долгу не останутся. Будут продолжать. Плохо подал угловой мяч у вратаря. Тут контратака может получиться. Удастся ли выжать максимум из этой ситуации и завершить контратаку забитым мячом? Мяч у соперника теперь будет. Хорошо играет сегодня в пас, очень высокий процент точных передач. Классно они в пас играют, сразу видно, что этому компоненту очень много времени уделяется на тренировках. Двигаются игроки и мяч по полю очень здорово. Мастера. Мяч вышел за пределы поля, и Леон будет вбрасывать. Пошли последние 10 минут игры. До финального свистка осталось совсем мало времени, так что можно уже поздравить их с уверенной победой. Интересное завершение тут может получиться. Хорошо защита играет. Не получилось мяч сохранить. Опасно это может быть. Проходит передача. Что он придумает? Опасно! Гол! Как здорово он пас отдал. Очень уверенно это сделал. Ну, нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворота. Замена у нас. Ну что же, они полностью заслужили сегодняшнюю победу. Основное время этого матча заканчивается через 4 минуты. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешения судьи. Заньоло. Дали мяч принять, тут же прессинг. Просто невообразимо вратарь сыграл. Ты видел такое, а? Невероятное спасение сейчас сделал. И произойдет замена. Самое скопление игроков, угловой подан. Мачино вратарь стоит до последнего. Жаль, что остальные партнеры по команде голкипера, к сожалению, сегодня не поддержали. Вовне игры оказывается атакующий игрок. Удар! Не побоялся ударить издали и не сильно промахнулся. Но он умеет забивать такими ударами, и дистанции для него не проблема. Все, финальный свисток. Наконец-то можно уже переходить и готовиться к церемонии награждения. Эту игру команда проводила уже в статусе чемпиона. Ну и теперь мы увидим, как к этой команде вручают заветный трофей. Да, и команда, и болельщики весь сезон шли к этому моменту. И пусть чемпионство было добыто не в этом матче, это ничуть не умаляет радости как игроков, так и болельщиков. Классная картина.
Начинается церемония награждения. Сейчас команда получит кубок. Капитан ведет команду к подиуму, где будет вручен трофей под аплодисменты болельщиков. Ура! Нужно поблагодарить и зрителей, которые сегодня пришли на стадион, в том числе ради церемонии награждения. Да, на трибунах сегодня, разумеется, яблоку негде упасть, а билеты перепродавались втридорога. Не каждый день команда становится чемпионом, и не каждый день выпадает удача оказаться на трибунах, увидеть все своими глазами и ощутить себя частью этого триумфа. Ну что, сейчас будет сделана командная фотография с трофеем. Да, по традиции нужно запечатлеть этот исторический момент. Жаль, нас с тобой, Георгий, там нет.